Девочки, привет вам всем огромный! Готовимся к вечернему обзору, ребят. Пройдемся по Эдику Адамяну. Я как-то сказала, да, пройдемся. Сделаем обзор. Ну и тем не менее, обсудим. Эдик сам вернулся к теме. В комментариях очень много обсуждений и переживаний. На повестке дня вопрос всего лишь один. Ну куда? Ну куда они едут? Зачем? Вернее, никуда. По какой причине? Что побудило человека буквально в течение недели возвращаться назад, пилить тысячи километров и брать с собой больную жену? Нога, знаете, проблема, и сустав тазобедренный, и кости таза раздроблены, и все-таки они едут. Ребят, про подарочки мы уже с вами разговаривали, ох, там и споры разгорелись. Что вы пишете, и вы, и зрители Эдика, обсуждали очень яро все эти черепки из глины, которые Гульнаска накупила. И давали советы разные всякие, что можно прикупить в качестве подарков. Зачем эти черепки, кому они нужны и кто ими будет пользоваться. Ну и Эдуард, сведущий человек в вопросах посуды, ребята, дал развернутый нам ответ. Как оказалось, это не для того, чтобы использовать эту посуду и пустить ее в ход, не для приготовления пищи. В понимании Эдика эта посуда как декор везется в подарок. Оказывается, девочки, а мы-то с вами думаем, гадаем, зачем это все надо? И готовить в ней никто не будет. Эдик считает, ребята, что это очень красивый декор. Хай Господь милуя, ребятки. Честно, если бы вам подарили вот такую посуду в качестве декора, девочки, отзовитесь, милые мои дорогие подружки, вы бы были счастливы? Вот эта вот конфетница уродливая, с дырками и морда такая впереди, и еще в глазури в этой, глазурованная, глазурированная, я не знаю, как правильное слово подобрать, это же какой-то ужас. Куда ее вообще поставить? Почему именно конфетница? Ее использовать тоже невозможно, она вся в дырках. То есть не емкость, это точно. Декор, это что? Куда это? Я не знаю, в каких домах это будет приветствоваться, какой хозяйке это понравится. Девочки, напишите в комментариях, я вас очень прошу, кто такое любит. Мы с вами обсуждали вот эти вот ночные горшки, я их обозвала, они больше похожи на ночной горшок, но с крышкой. Тоже декор? Какой декор? Это куда поставить вообще? В какой такой шкафчик под стекло и любоваться этим декором? Это же ужас ужасный. Если уж хотели посуду, Эдик пишет, ой, там советуют нам хрустали какие-то. Какие нафиг хрустали тебе кто советовал? Уж если получать в подарок посуду, ну, например, чему бы лично я была рада? Если бы мне подарили какой-то тонкий фарфор, желательно костяной. Ребят, а он сейчас не таких больших денег стоит, честно. Я даже в Эпицентре вот сегодня у нас была, походила, посмотрела. Есть прекрасные наборы, есть поштучно что-то продается. Китайский, да, но Китай тоже бывает разный. Прекрасные вообще экземплярчики, вот все что угодно, тончайший фарфор, костяной, который я говорю, просвечивается, когда на солнышко смотришь, нужно быть аккуратным, когда перевозишь, да, запаковать, все правильно сделать, чтобы, не дай бог, не разбить, потому что очень тонкая работа. Я считаю, вот это вот замечательный подарок, прекрасный подарок. И чашки с блюдцами есть маленькие, большие, кофейные, чайные сервизы, тарелки разной величины, конфигурации, емкости. В общем, вообще на любой вкус и любого можно, знаете, искусителя, даже я бы сказала, удовлетворить. Набрали этих глиняных черепков. И тем более для декора звучит мнение Эдика. Катастрофа. Эдик, что-то у вас со вкусом не так. Гульнас, кстати, девочки, сделала замечание. В комментариях же написали, вот в качестве подарка лучше бы какой-то хороший, правильный текстиль купили. Поехали за текстилем. Все-таки
все-таки прислушивается. Эдик, конечно, не Самвел. Он часто и густо прислушивается. Давайте правду будем говорить, к зрителю. Поехали за текстилем. Какое-то постельное белье. Я думаю, оно лишним никогда не бывает. В любом доме это очень правильное решение. Но, опять же, смотря какой текстиль. Если вы купили хорошего качества, натуральный сатин, да, 100%. Замечательно, прекрасно. Такому подарку любая хозяйка будет рада. Только не синтетику, Гульнас, не вот это вот твое любимое 50 на 50 с акрилом вместе, дешевенькое, как вы это любите. Вот эти вот их магазинчики, куда они ходят за покупками, как-то очень настораживает. Девчонки, не показали, что купили. Может, в следующем видео там прояснится, будет еще одно, ну, как бы, разбор полетов вот этих подарочков. Опять все развернут, покажут, расскажут, кто что, чего купил и сколько стоит. Но сейчас пока подробностей никаких нет. Говорит Эдик, что очень много вопросов возникает, вот по какой причине они все-таки едут, но по-прежнему все держится в тайне. Все посмотрите, все узнаете и увидите, сказал Эдуард. Повторяет, мы ненадолго. И сказал еще, что вот вы пишете, там много зрителей, что чего вы возвращаетесь, вы там уже надоели, как вам не стыдно. Так вот сказал, может быть, это у вас так, а у нас все по-другому. Эдик, ну у вас может быть и по-другому. Ну людям, правда, ну после свадьбы, может, им нужно как-то немножко отдохнуть, отойти от такого события, от такого грандиозного мероприятия. И сейчас горячая пора, все вы прекрасно знаете, сельская местность, сколько работы у этих людей. Мы видели их огороды, правда, девчонки? Мы знаем и понимаем в силу своего возраста, как эти люди пашут, какой это труд. Нет тебя сейчас, будут встречать, привечать, угощать, носиться с тобой, как с писаной торбой. Ребятки, вопрос остается открытым. Я все-таки приверженец той точки зрения, что на повестке дня стоит покупка какого-то жилья. Но потом он показал видео, поехали они с Гульнас, водоемы, природа, погулять. Девчонки, как вы знаете, остались в селе у бабушки и с дедушкой, и они поехали погулять. И тут, ребят, посмотрела я, они очень мало, очень скудно как-то показывают свои окрестности, свою природу, зоны отдыха. Этого у них в видео мало, действительно. Такого материала просто кот там наплакал. И вот сейчас Эдик показывает. Девчонки, честно скажу свое мнение, какая шикарная природа, боже мой. Хотелось просто, вот лично мне, смотреть и смотреть, хотелось через экран туда, знаете, ногой переступить, и попасть туда, мне кажется, там настолько классно, все очень чистенько, все как-то так ухожено, нет заброшенных мест. Какая шикарная природа, какие деревья, эти сосны, этот парк сумасшедшей красоты. Мне настолько понравилось, девочки. Я сейчас, знаете, как это, меняю какое-то свое мнение. Вот говорила раньше, вот туда, к родственникам, вот это правильное решение, Эдик. Вроде бы как хотелось, знаете, чтобы он породнился с людьми, где-то к какому-то берегу все-таки пристал. Ну вот было такое желание, как у зрителя обычно. Сейчас посмотрела и думаю, блин, а надо ли им это менять, вот шило на мыло? Мне кажется, ведь человека делает, ну, не место, а сам человек. Вот какой он есть, вокруг себя обустраивает себе быт. Место там, где живет, мы же можем обустроить, правда? Сделать его комфортным. Не знаю, не знаю, ребят, пойдет ли на пользу, если вдруг они сделают, совершат этот переезд. Правильный ли будет этот поступок? Свои мнения напишите. Пообщаемся с вами в комментариях, девчонки. Но посмотрела на башкирскую природу, девчонки. Вот думаю, лучше, может быть, правда, вот в Уфе бы купили большую квартиру, и девчонки бы выросли, здесь бы учились уже где-то в каких-то учебных заведениях. Все-таки город большой, цивилизация. Заедут сейчас в эти села
И будут, ну да, с родственниками, ну да, много их там, вместе будут собираться, где-то что-то друг другу помогать, праздновать. Если Аршалуйс поедет, то да, для деда это будет хорошо и комфортней, и помощь какая-то. Все-таки одинокая старость, хоть крути, хоть верти, это правда. А вот для семьи Эдика, девчонки, большой вопрос остается, правда. Вот просто большой-большой такой вопросительный знак. Напишите свое мнение. По поводу Эдика я свой обзор закончила. И всего лишь одну минуту хочу, девочки, все-таки сказать. Потому что в комментариях на отвлеченную тему забомбили меня. Я не успеваю удалять и чистить. Версия такая появилась, хают меня эти хейтеры, на чем свет стоит, что я где-то устроилась и сторожем, знаете, охраняю чью-то квартиру или чей-то дом, что это за виды у меня, это однозначно она где-то устроилась на работу охранником или сторожем, это про меня, то есть речь идет. Мне это все надоело, девчонки, которые вот еще со мной с марта месяца, наверное, видели эту мою веранду, просто не было здесь мебели, не было этого кокона, который стоит всего лишь навсего 6000 гривен. А сейчас я это все просто купила. Кто знает мою квартиру, я покажу сейчас немножко, вы все узнаете. Плитка на полу, наверное, вы помните, да? Ну вот так это выглядит сзади. Я не буду камеру менять, потому что не возьму. Так, подождите, девочки, вот так вот, да? Вот. Вот этот кокон стоит. Вот он. Вот эти мои жалюзи с листочками, боже мой. Это я должна что-то там доказывать еще кому-то. Вот эти мои люстры. Это я показываю просто, что это моя квартира. Вот вход в зал. Сейчас зайдем. Мои картины, которые девочки знают уже. Ой, как они мне надоели, эти хейтеры. Вот мой ангелочек. Вот мои диваны. Как еще показать и доказать? Но это невыносимо, ребят. Просто фантазии, вы говорите, у меня фантазия. Здесь у людей фантазии, мне уж точно, знаете, не допрыгнуть до их уровня. Девчонки, пишите комменты, я с нетерпением их жду. Спасибо вам огромное, что вы у меня есть, вы меня поддерживаете. Мало того, вы еще меня защищаете там в комментариях. Я вам чрезвычайно благодарна за все. Всем пока, хорошего времени суток. Главное, не болейте никто. Пока.